Эстонский Калев на своем паркете принимал питерский «Зенит». Один из лидеров сезона по трехочковым, Бранко Миркович, не изменяет себе. Еще одно дальнее попадание. Универсальность сербского защитника в одном моменте. Перехват, классная передача и уверенный бросок со средней. Это в 35 лет. Учись, молодежь! Марко Симонович за грехи в обороне не прощает. Получил, бросил, попал. Невероятно, но факт. 5 секунд достаточно, чтобы пройти всю площадку и решить исход четверти. Николас Лапровиттола подтверждает. Мощнейшего Дрю Гордона сегодня остановить не удалось. У форварда 6 из 6 с игры. «Зенит» в первой половине очень жестко действовал в обороне, а Кайл Курич отметился красивым блокшотом. Не бойтесь промахиваться, если в вашей команде играет летающий Дрю Гордон. Бум! Против Сергея Карасева с его же фирменным оружием. Бросок с отклонением от Эрика Кеодуса. Марко Симонович сыграл сегодня больше всех, но более свежие игроки за ним все равно не успевали. Знакомый дуэт. Миркович и Симонс. Вау! Не сломай кольцо, Седрик! Бранко Миркович записал на свой счет 22 очка. А это попадание серба вывело Калев вперед впервые с начала второй четверти. Демонте Харпер прост, быстр и изящен. Баскетбольное волшебство в исполнении американца. Седрик Симонс набрал рекордные в лиге 20 очков и добавил к этому 11 подборов. Дабл-дабл, господа! Ю-ху! Янари Йоесар продолжает летать. На сей раз взлетная полоса оказалась трехсекундной «Зенита». Марко Симонович за 4 минуты до конца попадает важный трехочковый. Плюс 8. Мало изящностей от Демонте Харпера? Держите еще. Итог матча 89-95. «Зенит» одерживает четвертую победу подряд.